Главные новости телеканала «Первый областной» признаны одной из лучших региональных информационных программ страны. Они вошли в тройку финалистов международного конкурса «Телекинофорум. Новая реальность». Его результаты объявили сегодня во время церемонии награждения в городе Железноводске. Участие в конкурсе приняли более 400 работ из 56 регионов России и нескольких стран мира. «Новая реальность» – значимые соревнования среди СМИ. Их организаторами выступает Союз журналистов России, Президентский фонд культурных инициатив и Национальная ассоциация телерадиовещателей. От лица нашей редакции диплом лауреата получил редактор главных новостей Сергей Сергеев. Для нас это особая благодарность и особая ответственность, так как мы и дальше будем нести информацию вам, наш любимый зритель. Смотрите «Первый областной» и обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях.